Ну вот, значит, снял генератор с автомобильного хода Civic. И проблема открутить вот эту гайку. Не откручивается. Близко не надо, а то не настроится. Вот эту гайку. Вот как ее открутить? Значит, думал. Там в интернете советуют через деревяшки, через, не знаю, ударами всякими. Я, значит, нашел старый ремень. Вот он, старый ремень от другого автомобиля. Но по ширине он подходит. Разрезал его. Вот. Ну, предварительно, конечно, померил, чтобы ширина ручейков совпадала. Обвернул его два раза. Для чего два раза? Для того, чтобы вот толщина была толще, чем вот этот буртик. Буртик самого шкива. Потому что буртик шкива, если его зажать, вот я вот попробовал, немножко помял, но это ерунда, конечно. Я больше не стал зажимать. Значит, сделал оборот. Сделал оборот. Вот видите, двойной получается буртик. Двойной буртик. Вот. И отрезал, сколько мне нужно. Вот примерно вот такой кусок получился, чтобы два раза обвернуть. Чтобы два раза обвернуть, получился примерно кусок ремня. Вот он, как раз. Он там начинается, здесь заканчивается. Кусок ремня примерно длиной получился. Раз, два, ну примерно 50 сантиметров, примерно. Ну, у каждого шкив разный. Вот на моей Хонде примерно два оборота — это 50 сантиметров. Теперь я что сделал? Подошел тесы. У меня на полу специально они закреплены, чтобы можно было их туда-сюда тягать. Я как бы обслуживаю свой автомобиль, немножко занимаюсь ремонтом. Вот. Поэтому мне удобно, чтобы тесы были не прикручены. Значит, настроил их. Зажал. Вот так немножко в натяг, чтобы не развернулась лента. Вот так, зажал. Так, зажал прилично. Значит, где-то прочитал в интернете, что шкив, вот этот шкив очень крепкий, поэтому не стеснялся. Тянул, затянул хорошо. Теперь ключ на 24, головка на 24, вот если видно, на 24. И таким движением раз и сдернул. Вот оно открутилось. То есть я это проделал раньше, но все действия были именно вот такие. Открутил. Ну а дальше уже шкив снять. Дело техники. Вот он. Вот он, видите, он сам слез. То есть здесь никакой шпонки нету. Поближе покажи. Никакой шпонки в шкиву нету. Шкив, видно вот эту дырку? Отверстие посередине видно? Ну, близко не надо, не будет строить. Посередине видно отверстие? Вот. Никакой здесь шпонки нету. Просто садится на вал и все. Кусок ремня, кусок старого ремня, так будем говорить, который другой, ремень с Nissan X-Trail. Вот он, раз, все, пожалуйста. Теперь мне нужно снять вот эту крышку. Вот. А чтобы снять крышку, нужно было снять шкив. Все, спасибо за внимание.